Фейт, мне страшно. Я буду бегать для тебя, Доган, но Ной не должен. Ты должна мне много денег, Фейт. Я жду, что ты выполнишь обещание. Фейт! Кэт! Вы где? Каждый новый день – это ваш шанс. Вы можете потратить его зря, а можете посвятить его саморазвитию и работе над своей карьерой. Вы – будущий сотрудник выбранной вами корпорации, и ваши возможности безграничны. Ключ к успеху лежит в раскрытии истинного потенциала через упорный труд и самоотверженность. Вы, как сотрудник, должны трудиться с максимальной отдачей. Последний день? Постоянно стремиться к совершенству. Я уж думала, ты с нами навсегда, паразит. Труд вознаграждает. Может, еще 3 месяца хочешь? Лень наказывает. Легко могу устроить. Личная свобода не дается. Ладно, вам. Пошли. У нас весь день впереди. Наше великое общество ожидает от каждого сотрудника вклада в дело, выбранной им корпорацией. Отбыла заключение сроком 12 месяцев, еще 9 месяцев за случай неподчинения, признана годной... Словному освобождению. Да, конечно, решать тут я. После освобождения... Ты должна немедленно устроиться на работу. Тебя будут отслеживать через сеть. Если не найдешь работы в течение 14 суток... Тебя незамедлительно перевезут в серые земли. Тебе понятны эти условия? Выпускайте уже. Раздевалка налево, паразит. Доган передает привет. Радуйся свободе. Исправившийся сотрудник, я Габриэль Крюгер. И от имени Крюгер всех и совета директоров конгломерата я поздравляю вас с возвращением в наш город. Жди очереди, сотрудник. Лицом к стене расставить ноги. Фейт, живо! Сюда! Не садись в автобус. За мной. Я Икара. Меня Ной прислал. И я должна тебе верить? Ну, придется поверить. Вот, возьми. Надо убираться с улицы. Что? Пульс? Но... Надей. Надо подключиться и откалибровать. Ной очень хочет с тобой поговорить. Отражение сделано для вас. Скоро продаж. Какого черта? Скорее, на Мунтина. Носитель Пиранделла. А, да тут что-то не то. Упражнение работы сделано для вас. Скоро продаж. Мы заботимся о вашем. Носитель Пиранделла. Прости, чуть не забыл. Надо профиль твой обрезать. Он помехи создает. Сотрудники все время это видят? Ага, ты просто недостаточно исправилась, чтобы это оценить. Я вообще не исправилась. Вот и все, ты вне системы. Теперь им все известно. Пора уходить с улиц.
давай сюда. Кейсек нас обоих поймает, если тормозить будем. Пойду другим путем. Встретимся дальше. Ной. Она ушла. Я настроил ей связь с пульсом, она теперь вне сети. Дейв, ты тут? Ной? Я... Я рад тебя слышать, но ты все же не стой. Надо стряхнуть у тебя с хвоста кейсек. Легко сказать, Ной. Они тут носом землю роют. Мы все устроили. Фейд, ты скоро выйдешь к старому складу. Заходи внутрь, дальше тебя поведем. Да, Спенсер, она тут. Не, справлюсь. Стоять! Я внутри. Мне кто-нибудь скажет, что тут вообще творится? Дейд, тебя собирались отправить в пищий купол в серые земли. Пришлось срочно вмешаться. Из профиля ты беглец, но об этом мы позаботились. Следуй по складу за эхом бегущего. Икар встретит тебя на другой стороне. К тому времени все должно быть нормально. Если сможешь пробраться через эту хибару. Пора посмотреть, так ли хороша знаменитая Фейд. Икар, не умничай, она справится. Рейд, пульс будет калиброваться на ходу. Дали ордер на задержание Феникс Карпентер. Молодая женщина, татуировка на лице. Они упорнее, чем я думал. Феникс Карпентер? Ага. Когда ее повязали, Дуган ей устроил фальшивый отпечаток. Я его на всякий случай переслал на пульс. Может, потом пригодится. Тут борт прилетел. Кейсек серьезно настроены. Не останавливайся. Жестко карают малейшее нарушение политики. У нее только один путь. На перехват. Да, нелегко сейчас быть обычным сотрудником. Мне их почти жалко. Они свой выбор сделали давно, Икар. Центр! Здесь карт... Я была вежливой, но он не уходил. И теперь они знают, что ты здесь. Как будто был выбор. Ну да, надо уходить. Пойдем на башню Эвердайн другим путем. Мы снова разделимся, запутаем их. Сможешь добраться до тех труб? Конечно. Хорошо. Пульс у тебя должен быть скалиброван, и зрение бегущего работает. Иди по красному следу, встретимся на башне. Вперед. Адам, 8-1, ответьте. Вы задержали карту. Адам, 8-1, доложите обстановку. Серьезно? 8-1, ответьте. Ну и ну. Ной, я отправил ее на башню другим путем. Перекресток отрезан кейсек. Ага, хорошо. Я пока кое-что подготовлю. Фрейд, ты бежишь к офисному зданию, оно еще строится. Там от них легко оторваться. Высадил отряды на башню Эвердайн. Черт.
Ладно, разберемся. Фейт, добери до здания Ориона, оно рядом. Икар, встречай ее там. Бегу! Здесь повсюду Крюгерсек. Ищи канат, ведущий на Орион. Я на Орионе. Отлично. Беги дальше, Фейт. Вроде оторвалась. Пока что да. 2 года в тюрьме, смотрю, на пользу пошли. Беги на Орион. Ну, хоть до зари добралась. А ты кто такой вообще? Как давно в группу пришел? Где-то год назад. А я в ней с детства. Может, хватит здесь права? А качать? Еще тебя схватили! И у Нои из-за тебя были проблемы. Да что ты можешь знать? Кое-что знаю. Например, что я быстрее и осторожнее тебя. Фейт, ты уже на Орионе? На нем. А новичок меня жизни пытается учить. Прекратите, оба. Слушайте, вариантов нет. Единственный выход через башню Эвердайн. В башне Кейсек придется драться. Икар, загрузи Фейт боевой мод. Все, готово. Хорошо. Фейт, освежи боевые навыки, прежде чем двигаться дальше. Я надеялся, до этого не дойдет, но, похоже, выбора нет. Не волнуйся, Ной, я прорвусь. Я знаю. Мод включает голограмму, образ врага. И обратную связь. Я подожду. Рейд, я слежу за твоими показателями отсюда. Давай начнем. Еще лучше, конечно, если ударить одного об другого. Сразу 2 зайцев. Радиоканалы Кейсек немного приутихли, но они знают, что ты где-то здесь, Фейт. И знают, что выходить тебе придется через башню. А по улице не вариант? Мы на землю не спускаемся, если есть возможность. Ты это знаешь, Икар. Знаю, знаю. Неплохо. Все правильно, Фейт. Продолжай. Не забывай использовать элементы окружения в бою. Даже странно, что им так нужна Феникс Карпентер. Хорошо, что они твоего настоящего имени не знают, Фейт. А то все было бы куда хуже. Почему? Какая разница? Изучай историю семьи Коннорсов, тогда поймешь, Икар. Сейчас ты дерешься с голограммами, но впереди настоящие враги. Не расслабляйся, Фейт. Я готова, но... Ты всегда была отличным бойцом, Фейт. Ты справишься. Я вошла. Ты сможешь, Фейт. Ага, началось. И еще. Кейсек говорят, что у них там какая-то спецъединица. Может, дрон какой новый или еще что. Будьте начеку. Здесь нарушитель. Жду указаний. Стоять! Вызовем подмогу. Ты еще... Нарушитель! Центр, что делать с нарушителем?
Как нет, центр. Не наблюдаю. Выжить она не могла. Фейт, не показатели шевелись. Нет, значит, мертва. Дело пусть команда по уборке достает. У меня другие дела есть. Да, вырубила всех. И медотряд пришлите заодно. У меня все. Сейчас иду через башню. Надо быстро доставку сделать, так что ной, я попозже приду. Хорошо, Икар. Нам ведь доиграть еще надо. Фейт, когда будешь рядом, узнаешь метки. По ним и придешь домой. И мы тогда поможем тебе все вспомнить. У меня как раз есть подходящее задание. Как там в колонии? Я бы 2 года за решеткой не вынесла. Лучше умереть. Какую-то бегущую из колонии выпустили. И она хочет бегать. Давненько ее не видели. Говорят, она просит прощения. Может быть, она чему-нибудь научилась за это время? Может быть. Прости меня. Ты постоял. Так. Да иди ты. Неплохо ты устроился. Ага. Я тут поживу? Я на это и рассчитывал. А с работой как? С птицеловом поговори. Он тебе все объяснит. Новичок. Такой напряженный. Икар? Он хороший парень. Бегает лучше всех. Лучше всех?
Поговори с Птицеловым, а там посмотрим. Я буду тут. Доган привет передавал. Ясно. С ним мы потом разберемся. Иди. Удиви меня. Кстати, Фейт, там тебя ждет пакет. Я думаю, содержимое тебе понравится. Моя одежда. Я сюда намат принес. Сразу как тебя поймали. Я на пульс загрузил карту города Зеркал. Она тебе пригодится, когда будешь осматривать город и искать новые задания. Лов будет рад тебя видеть. Он совсем не изменился. Вот и ты. Что тебе надо? Да посмотреть на тебя хочу, пока ты цела еще. Доган надеется на скорый платеж. И он его получит? Да, разумеется. Беги давай. Тише, тише. Дверь-то пожалей. Ты все так же нетерпелива, Фей. А я думала, ты спишь. Старики любят поспать. Полегче, девочка. Прощайте 2 года тишины и покоя. Я тоже скучала. Но и хотел, чтобы я тебя проверил. Я сказал, что с этим не ко мне. Зато есть у меня одно дело. Сама себя и проверишь. Ну, хорошо. Я тебя уже кормил, Калиопа, слезай. Крысы крылатые. Покоя не дают. Но все же есть от них польза. Ты все так же нетерпелив. Верно. Так что рыбак рыбака. Иди теперь. Покажи другим бегущим, что и от тебя польза есть. Рад, что ты вернулась. Я так думаю, Птицелов вызвал тебя на рывок. И даже догадываюсь, на какой. Я так часто его проходил, что с закрытыми глазами смогу. Фейт, еще. Отмеченный путь не всегда самый лучший. Главное — дойти до цели за кратчайшее время. Маршрут значения не имеет. Упади. Вот она, собственной персоной. Даже в моей одежде. Спасибо за присмотр. Как дела? Да так, живем, выживаем. Я скучал. Да брось ты. Чем помочь-то надо? Раб Кастовый в серых землях. Они ставят систему связи, чтобы сообщать о налетах Кейсек. Им нужны микросхемы, которые есть в релейных ящиках Холком. Микросхемы, релейные ящики. Ладно. Если получится собрать микросхемы, навреди Шелком и одновременно поможешь Рабкасте. Сделаешь? А то. Я такая.
Всегда всем помогаю. Можешь не реагировать, но я знаю, за что тебя закрыли. Да, по глупости. Где искать ящики? Это недалеко. Отмечу на карте. Да, ясно. Я достаю рабкаст и другие компоненты. Вместе с микросхемами у них будет все, что нужно. Первая микросхема у меня. Отлично. Рядом должен быть следующий ящик. Фейт, я хочу тебя предупредить. Там в последнее время больше патрулей, чем обычно. И ребята явно серьезные. Непростые громилы. Взяла еще одну микросхему. Отлично! Это нам поможет, обещаю. Кстати, ты уже говорила с Доганом? Говорят, ты ему много денег должна. Еще нет. Ну, ты наверняка что-нибудь придумаешь. А если нет, я пойду в изгнание вместе с тобой. Серые земли будут наши. Пора отрабатывать. Стоять! Что тут у нас? Центр, мы задерживаемся. Так точно. Нашла. Отлично. Еще одна, и можно заканчивать. Проверю сзади. Мы усмиряем бегущего, центр. Усмиряю бегущего, центр. Вас понял. Так, есть последнее. Хорошо, но у нас есть проблемы. Там рядом рабкастовый попал в беду. Слушай. Нет, просканируй еще раз. Уже. Тебе еще 3 дня назад сказали ехать в пищу по Панексилу. Задержать. Здесь чисто. Фейт, Номад, что происходит? Крюгерсек, хватило мне этого дерьма и в тюрьме. Фейт, не вмешивайся, я же говорил, тут такое постоянно. Это не твой бой. Мой. Эй, все в порядке. Я с ними разобралась. Спасибо. Спасибо большое. Я все видел, Фейт. Говорю же, меня не проведешь. Ной, она просто помогла рабкасте. Да. Она вся в родителей. Как будто это что-то плохое. Продолжай искать по городу ящики, Фейт. Это очень поможет рабкастовым. Так, теперь надо доставить первую партию микросхем. Логично. Куда? У тебя на карте метка. Беги туда. Еще как. Ты сегодня помогла многим людям, Фейт. До связи. Рядом доступно задание по доставке. Я люблю использовать против конгломерата его же оружие. Рекламные щиты подходят идеально. Хакнув щит, мы отправляем сотрудникам четкое сообщение. Даже если всего один в результате откроет глаза, этого уже достаточно. Так, Фейт, мне кажется, ты готова к настоящему заданию.
Есть для тебя идеальный замет. Пора показать, кто тут новый босс. Бум! Да, я как раз и собираюсь. Нет. Ладно, ладно. О, да. Нет! Ну как так? Как? Серьезно? Я вам не помешала? Нет, уже все, я выиграл. Да елки. Это игра, в ней логики просто нет. Разберешься. Фейт раньше всегда побеждала. И сейчас могу. Так что, есть какая-то работа? Есть. Вот. Смотри. Лаборатория Элизия. Захват важных данных. Платит хорошо. Захват данных в Элизии? А она готова? А давай я сама разберусь. Ты пойдешь с ней. Я и сама могу о себе позаботиться, Ной. Как в прошлый раз. Внутрь пойдешь одна, и Кар будет следить. Итак, за свои данные они там держатся крепко. Так что работать надо чисто, понятно? Так, а нянька оплачивается? Треть гонорара. Или отдам Аише и Калибу. Решай. Ладно. Увидимся там, Фейт. Ах, да. Не потеряйся. Иди. Или хочешь от него отстать? Несколько раз приносивший очки своей команде. Встретимся на точке в лаборатории, Фейт. Тебе, похоже, сегодня везет. С чего бы? Я нашел открытое окно. Вот и проход. Что-то тут не так. У них правда такая слабая охрана? Не знаю. Откажешься? Я вообще-то сам хотел пойти. Что ты этим хочешь сказать? У тебя репутация. Но иди туда. Я не против. Подзаработаешь. Фейд, я слышал про открытое окно. Может, уборщик забыл, но это вряд ли. Осторожно там. Это не в ее духе, да? Осторожность. Делай свою работу, а Фейт сделает свою. Уже делаю. Фейт, я тебе протянул канат к окну. Соскальзывай туда. Я там. Отлично. Там еще могут быть сотрудники, кто допоздна работает. И крюгеровцев берегись. Быстрее всего попасть на лифте. Интересно, что это Габриэль Крюгер замышляет вместе с семьей Мартел и Элизием. Чем меньше мы об этом знаем, тем лучше. Информация — это сила, Ной. Кому как. Я у офисов. Отлично. Подключись к любому терминалу в зале 4H. Дальше все сделает устройство. У терминала. Запускаю устройство. Отлично. Захват подтвержден. Ной. Тут кто-то еще. На бегущего не похож. Фейт, уходи уже оттуда. Извини.
но я схожу проверю. Кто сомневался? Ладно, буду ждать и надеяться, что ты уйдешь целый. Если бы я... Если бы... Фейт, тебе не надо мне ничего доказывать. Мне нужно, чтобы ты вернулась живой. Этот сектор не похож на другие. Чем они здесь занимаются? Фейт, что там? Я теряю связь. Если не можешь говорить, но не один раз. Я пытаюсь найти тебе выход. У нас что за... Майера, включайте тревогу. Разберись. Это директор Майера. У нас синий код. Доктор Хилл мертв. Что? Как это заблокировано? Разблокируйте, черт возьми. Введите мой код. 770-900. Стой! Он мне нужен живым. Что он там держал? Цианид. Обидно. Где эта штука? Останови ее! Там. Потом, мне нужен выход. Это помещение. Выходи любым маршрутом. Пока с вами свяжется охранная линия или представитель Крюгерсек. Помещение заблокировано. Код Альфа. Оставайтесь на местах до дальнейшего уведомления. Вижу паразита. Вставай. Но... Я протокол контроля здания. Захватывает. Главное, уходи. Если надо, берись, но не затягивай. Икар, помоги ей. Сейчас. Какого черта, Фейс? Я тоже тебе рада. Такими темпами ты и месяца не проживешь. Хорошо то, что хорошо кончается. Глянь-ка. Это не местное. Как и парень, у которого это было. Он погиб за эту штуку. Может, хватит, чтобы с Доганом рассчитаться. Ага, или всех нас похоронить. Фейт, все, что связано с Габриэлем Крюгером, нужно обходить за километр. Я думаю, это лучше вернуть. Крюгер видел тебя? Только силуэт. Там ведь было темно. Слушай, я подумала, это все будет кстати. Нет, ты не подумала, Фейт, как обычно. Черт. Надо теперь сообразить... Что с этим делать? А ты, дорогая, постарайся пока не умереть, ладно? Я тебя уже терял. Фу. Не бойтесь, я тут. Охраны нет.
А как насчет спасибо сказать? Пойду посплю. Держи в курсе, ладно? Что если не остановить их сейчас? Сейчас! Корпорации будут управлять нашими жизнями! Назад, я сказал! Подожди, милая, мне закончить надо. Фейт! Кэт! Вы где? Девочки, сюда. Здесь вы в безопасности. Не шевелитесь. Фейт, мне страшно. Отпустите нас, Крюгер! Надо было сотрудничать, доктор Коннор. Я этого не хотел. Мам, а что это? Это, бельчонок мой, твое будущее. На пульсе? Все гудят о твоем возвращении. Но сейчас не об этом. Если хочешь заинтересовать Догана, надо сперва узнать, что это. У меня есть в якоре человек, топовый хакер. Зовут Пластик. Отнеси это ей. Пластик? Ага. Она немножко... Неважно. Сходи к ней, я дальше посмотрю. Сказала, у тебя для меня снаряжение? Есть. Вот. Надень. Прикрепляешь только к прочным пункам. Прыгаешь и качаешься. Очень просто. Мне нравится. Просто же. Попробуй еще. Привыкай. Назовите имя и цель визита. У вас 5 секунд. Фейт, мне нужна пластик. 4. 3. Какого черта? 2. Я же сказала отмена. 1. Чуть не убила. Прости. Заходи. Фей, что тебе нужно? Я... Можешь сказать, что это? Что на нем? А, конечно. Не отсюда. Да, я его... Это был не вопрос. Тревога. Обнаружен нарушитель. Срочная экскавация. Заткнись, кума! Забей, я его еще не заделала. Зашифровано. Армейская техника. Спорим, его будут искать. Да, это был не вопрос. Когда данные нужны? Я думала сегодня. Внешний слой взломать – это минимум месяц. Ускорить можно? Ну, подключи меня к узлу. Или можешь ждать месяц. Значит, к узлу. Как действуем? Достаточно будет доступа к шлюзу All.com, а оттуда по удаленке. Сделаю. Я в WFYO. У них есть лифт с доступом снаружи. Может, выведет наверх. Потрясающий.
Огромная емкость. Не ожидала, что у Омнистат такая техника. Значит, тот, кто с ним пришел, шпион Омнистат или вроде того? Конечно. Я видел, что он иностранный, но Омнистат? Видать, что-то важное, раз аж в город зеркал послали агентов. Я нашла шлюз данных. Подключаюсь. Есть. Начинаем и... Черт! Что? Надо и приоритет переключить. Ближайший переключатель в нескольких этажах вниз. Фейт, диспетчеры Крюгерсек говорят о происшествии в здании Олком. Видимо, о тебе. Что значит «видимо»? Конечно, о ней. Я просто говорю, пусть не задерживается. С чего бы ей? Я ей говорю, чтобы торопилась, Пластик. Да она уже наверняка. Она же бегущая. Нашла переключатель. Вижу. Подключайся. Я нашла. О, тут нужно время. Фейт, надо оттуда уходить, Пластик. Я знаю, но они закрыли комнату. Я над этим работаю. Я там. Не забудь. ЦКУ. На вершине. Избегай датчиков. Если, конечно, не хочешь драться с Крюгерсек. Вдруг ты хочешь? Заткнись, кума! Я на месте. Подключаюсь. Готово. И все? А ты чего ждала? Можешь уходить. Там рядом служебный лифт. Ого! Там большой взрыв! Я расшифровала. Ну и что там? Там вся схема отражения. Все! И оно слишком сложное, чтобы быть просто надстройкой к профилю. Ясно. Можешь Ноя вызвать? Могу. Пластик и Фейт. Рад вас видеть. Что у вас? Пластик расшифровала носитель. Там полный чертеж отражения. Я диск оставлю. Хочу изучить чертеж. Оставь пока. До встречи, Фейт. Все это происходит из-за тебя. Это ты начала. А ты меньше о себе думай, Ной. Что ты такое вообще несешь? А про игрушку у меня просто слов нет. Наше дело правое, да? Психопатка ты, Ребекка, и всегда ею была. Я так скажу. Я бы тебя послушала, но если бы у тебя хоть иногда была своя позиция... Дай знать, когда одумаешься. Конечно, если успеешь раньше, чем тебя Крюгер найдет. Фейт, ты выросла. Только вышла из тюрьмы, а уже дело натворила. Родители погордились. Они говорили про Элизий. Про то, что ты там украла. Кто это был? Ребекка Тейн. Главарь Черного Ноября? Она знала моих родителей. Да, мы все были заодно раньше. В общем,
Ребекка, она всегда выделялась. Верит, что изменит мир, разбив его в дребезги. Фейт, ей нужен был носитель амнистат. С чертежом. Так может отдать? Да, она считает так же опасно, как Габриэль Крюгер. Отражение — вещь посерьезнее, чем говорит конгломерат. И этой женщине его лучше не давать. А я хотела отдать его Догану. Хорошо, я тебя научил, да? Быть нейтральной. Я не нейтральна. Я за нас. Пока. Фейт. Что? Да ничего. Увидимся. Не надо. Пропусти. Фейт, какая приятная неожиданность. Прости, нужно было прийти раньше. Что ты, ничего страшного. Ты ведь ничего не должна. Я вот как раз, у меня кое-что есть в уплату долга. Перестань. Мы 2 года не виделись, и при встрече сразу о долгах. Проходи. Машины готовят безупречно. Но совершенство — это скучно. Настоящая уникальность скрывается в изъянах. Поэтому я люблю иногда привнести что-то свое. Небольшой изъян. Он еще у тебя? Я думала... Что, я его выброшу? Я хотел. Ты меня очень разозлила, Фейт. Я бы даже сказал, ты в этом мастер. Вспомнить хотя бы, какой урон ты нанесла мистеру Крюгеру. Он жаждет крови бегущих. Ты явно украла у него что-то очень ценное. Чертеж отражения. А, он у тебя с собой? Сейчас нет. Когда будет, тогда и обсудим твой долг. А сейчас разберемся с чужими долгами, если ты не против. А Нанси запоздали с платежами. Кому-то недостает небольшого изъяна. Ясно, поняла. Что нужно делать? Отправляйся к центру Ананси. Я все расскажу по пути. Фейт, чтобы подняться высоко, нужно снаряжение. Я тебе кое-что оставил в хранилище. Это поможет тебе забраться на Ананси. Обращаться осторожно. Я Габриэль Крюгер. Надо поесть телятины, Фейт. Ты пробовала телятину? Большинство из медкасты всю жизнь проживает, не попробовав этого мяса. Или ты вегетарианка? Я готовлю отличное ризотто. Скоро дойду, Доган. Отлично. На вершине отсоедини виброгаситель. И мы в расчете. Пока что. Вибро что? Огромный противовес, защищающий здание от землетрясений и ураганов. Но не от меня. Он будет нашим орудием разрушения. Ананси правда это заслужили? Ты передумала, Фейт? Ананси не то чтобы воины света. Каждый день рабкастовые умирают на заводах в серых землях. Производят зубочистки и подгузники для городской медкасты. Сделай это, если не для меня, так хоть для них. Я полагаю, этот противогаситель нанесет большой ущерб? Ты полагаешь правильно. А как же сотрудники? А что сотрудники? Так я и думала. Я их эвакуирую, Доган. Пожарная тревога должна помочь. Как хочешь. Если вежливо попросишь, я думаю, они сразу выйдут. Сильно
вложился в отражение, как и Силвайн с Элизием. Разумеется, где есть интрига, там есть и близнецы Малус. Я отправил наших сыщиков к нескольким деловым партнерам. Через пару дней должны быть отчеты. Хочу оставить этот досадный эпизод позади. Фейт, не обязательно это делать. Чертежа в уплату более чем достаточно. Чертеж не стоит ничего, пока А. Я его не получу. Б. Я его не продам. Все в порядке, Ной. Я не против. И все сотрудники вышли из здания. Если что-нибудь с ней случится, Тоган, ты будешь в ярости, не сомневаюсь. Мы с тобой уже это обсуждали. Что обсуждали? Когда? Ной тебе не говорил. 2 года назад. Он сюда пришел, когда тебя забрали. Произвел впечатление. Нет, он мне не говорил. Бегущие своих не бросают. Здание пробило. Я не... Как и задумано. А Мамси от этого не скоро оправится. Если вообще оправится. Хорошо, что ты вывела сотрудников, Фейт. Ей не безразличны другие, Ной. Это наш с ней общий милый недостаток. Периодически. Фейт, видом любуйся, но надолго не задерживайся. Крюгерсек наверняка сейчас посылает людей разобраться с этим инцидентом. Чертежа. И тогда, возможно, мы обсудим, как тебе получить рисунок. Ну, я говорила с Икаром. Кажется, он рядом. Отлично, он жив. Рад слышать. Спасибо за новости. Что это скажу, но я очень рад тебя видеть, Фейт. Что случилось? Не спрашивай. И к забору не подходи. Он не кисло так бьет.
а то закончишь, как они. Что мне нужно сделать? Помочь мне выбраться. Выруби электричество, этого хватит. Или уйти, пусть тебя найдет Крюгер Сек. Или так. Но мой вариант мне нравится больше. Пожалуйста. Что надо сделать? Эти кабели выведут тебя к переключателю. Буду должен. Само собой. Будь здесь, пока. Смешно. Все. Готово. Будешь должен. Буду. Спасибо. Фейдж, я вижу дым. Всем бегущим. Приказ не возвращаться. Вали, Крюгер Сек. Ной, держись, мы идем. Я у логова. Я рядом. Там еще остались вертушки. На пульсе тихо. Слишком тихо. Икар, ты здесь? Вижу. Твари из Кейсек. Что делаем? Надо их остановить. За дело. Надо бы с ним побеседовать. Я ничего не знаю. Что вы сделали с нашими друзьями? Нам приказано было их схватить, но... Что вы сделали? Пришлось стрелять. Они не сдавались. Особенно старик. Беги, до связи. Я у крана. Отлично. Я там в кабине. Подожди, сейчас с управлением разберусь. Крюгер Сек устранен опасный главарь банды. Убит главарь банды? Икар, ты это видишь? Вижу. Они его убили. Убили, сволочи. Ной. Черт. Фейд, нам надо исчезнуть. Я говорил с Ребеккой, она предлагает убежище. Нет. Выбирать не приходится. Нам больше идти некуда. Но и не доверял Ребекке. Ну уж спрятать-то она спрячет. Она тоже не любит Крюгера. Хорошо. Пойдем. Но долго не задержимся. Только пока все не уляжется. Вышлю тебе координаты. Пока не дойдем, на связь не выходим.
Теперь вас двое. Проходи, Ребекка ждет. Фейт! Сюда! Я видела новости. Мне жаль, Фейт. Не надо притворяться. Нет, я серьезно. Слушай, мы с Ноем не во всем соглашались, но я уважала его и твоих родителей. Ной говорил, вы были в одной группе. Да. Были. Пока я не поняла, что мирным путем от конгломерата и стоящих за ним семей не избавиться. Их нужно уничтожать. Любым оружием, какое у нас есть. Знаю, о чем ты думаешь, но нет. У меня его нет. Да. А я думаю, есть. Поэтому тебя и ищет Крюгерсек. Поэтому и Ноя убили. Полегче. Слушай, пока что я тебя укрываю, но это вовсе не за твои красивые глаза. Однажды я спрошу тебя, с нами ты или нет. Все, Ребекка, мы все поняли. Я просто хочу сказать. Ты уже не нейтральна, Фейт. Ты пока отдохни, а со временем во всем разберешься. Тристан покажет твою комнату. Еще поговорим. Скоро. Подожди, мне закончить надо. Не имеете права! Не трогай его! Эрика! Пристрели его! Кто это там в окне? Девчонка, взять ее! Это кот, как я. Мам! Фейт, я не могу дышать! Кэт! Очнись, Кэт! Надо уходить! Кэт. Это мертва. Доложи. Ищи другу. Звала? Я хотела дать тебе отдохнуть, но тут сейчас все непросто. Так что пора нам впрягаться. Крюгерсек? Они идут в тоннель и запускают там новый тип стационарного охранного дрона. Они слишком уж близко к нам, и с дронами надо разобраться, пока они не активированы. Иначе мы будем заблокированы. Могу помочь. Я на это и рассчитывала. Икар уже там. Повторюсь, дроны еще не активны, так что угрозы не представляют. Но остерегайся патрулей Крюгерсека. Поняла. Отправь координаты. Сделаю. Справишься, и все мы вздохнем свободнее. Этом периметре. И самое главное, здесь, в центре. Да, тут нам нужен взрыв. Взрыв и будет нашей приманкой. На него они среагируют. Фейт, ты вовремя. Это по твоей части. Это она возглавляла налет. Да, мы о ней мало что знаем, кроме того, что она большой чин в Крюгерсек. И наша сегодняшняя цель. Я не убийца. Тут без меня. Мы ее не убиваем. Мы ее забираем для обмена на пленных. Так надо, Фейт. Расплата за логово. Верно. Так какой план? Крюгерсек скоро получит данные о местонахождении очень лакомой цели. Меня. Она возглавит ударный отряд. Отряд придет прямо в засаду. Вы с Икаром зачистите наши пути отхода. Все сделаем. Да. В общем... Пока не нанесем ощутимый удар, вариантов у нас немного. Не уверена, что это сработает, Ребекка. А я не уверена, что тебя нужно слушать. Все, выходим. Встретимся внизу. Двигаемся быстро, чтобы это сделать. Можно разделиться. Каждый по своему маршруту. Это идея. Я так чувствую, Ребекка провала не примет. Жуткая дама.
Я думала, она тебе нравится. Ну, может, хватит уже строить догадки друг о друге? Может. Но чтоб ты знал, я делаю это для Ноя. Не для нее. И я. Фейс, Икар, как обстановка? Мы отключили охранный дрон. Ну и чего же вы ждете? Вы же бегуны, должны быть быстрыми. Идите дальше. Сэр, есть, сэр. Я беру маршрут Б, ты А. Опомниться не успеют. И еще терминал. Готово. Команда захвата на месте. Икар и Фейт, отзовитесь. Мы работаем, сэр. Еще раз скажешь, сэр, кастрирую. Понял. Прости. Начинаю диверсию. Это отвлечет их внимание. Всем приготовиться. И чего там диверсия? Маршрут Б свободен. Иду на маршрут А. Крюгеровцы реагируют. Приближается несколько бортов. Всем приготовиться! Так, держись, я сейчас передвину эту штуку. Прыгай туда! Держись, я его поверну! Икар, если надоест быть бегущим, можешь стать крановщиком. Ага, основы-то я усвоил, кажется. Все, иди ко второму терминалу и не замедляйся. Черт, до терминала не достать. Надо что-нибудь на него сбросить. Уже скоро! Прыгай! Отлично! Жми сброс! Все равно хорошо. Мы переносим пакет. Цель у вас? Да. В отряде Бернадет один раненый, но потерь нет. Хороший день. Увидимся на базе. Слышишь, Фейт? Пора возвращаться. Есть хочу. Интересно, а сотрудники знали о боевом дроне? У Крюгерсек пошатнулась бы репутация. Да знали они все. Специально не замечают. Ну, кто-то же должен их разбудить. Мы взяли лифт. Довезет тебя прямо в штаб. Отлично. Как там пленница? Жива и здорова. И такое останется, пока я не решу, что с ней делать. Да, а ты все-таки боец. Я боялась, что ты выбрала путь своих родителей. Пойми меня правильно, они хотели как лучше. Но наш мир не был готов к их идеалам. И сейчас не готов. Я хочу поговорить с ней. Не сомневаюсь. Трофей у нас роскошный. О чем это ты? Посмотри новости. Это Изабель Крюгер. Дочь Габриэля Крюгера. Пришли еще меня допросить. Четверых моих отправила в лазарет. Мы знаем, кто ты. Тогда предлагаю меня отпустить. Может быть.
Живой или мертвый зависит от того, что предложит в обмен твой отец. Разве Крюгер умеет заботиться? Ты была в Элизии? Это ты убила моих друзей. Они были паразитами, как и все вы. А ты инструмент. И еще и сломанный. С меня хватит. Помаринуем ее немного, а нам с тобой надо поговорить, Фейт. Опять ты. А ты не рада? Да мне все равно. Ты скоро умрешь. Мой отец сравняет это место с землей. На все готов ради доченьки, верно? Из тебя выйдет отличный директор. Ну-ну. Тебе чего надо? Мои друзья. Я знаю, кто-то жив. Какая разница? Все равно ты их не увидишь. Где они? А ты отца моего спроси. Он будет рад с тобой поболтать. Не сомневаюсь. Но я-то с тобой говорю. Дашь верную информацию, я тебя выпущу. Я не знаю, где они. Доступ к записям есть только через мейнфрейм Крюгерсек. Успехов тебе. Уж я постараюсь. Пластик, поможешь проникнуть в штаб Кейсек? Мне нужен их мейнфрейм. Штаб Кейсек? Псы, что ли? Легко. Тогда за дело. Фейт, ты там? Ты сейчас где? У меня новости про Ноя. Он может быть еще жив. Что? Как? Когда? Проверяю информацию. Отлично. Держи в курсе. И мне кажется, пора нам уходить из Черного Ноября. Ребекка с каждым днем все опаснее. Недавно, говорят, казнила в канале предателя. Сдается мне потом очередь Изабель Крюгер. Я в этом участвовать не хочу. Да, скоро мы уйдем. Сообщи, когда дойдешь до назначенной точки, я отправлю тебе борт. Что? На вертушке? Ладно. Цепляй трос, пока не ушли. Я тут у всех на виду, Пластик. Не волнуйся, ты укрыта их полем помех. А если меня увидят? Ну, по старинке, глазами. А, ну, не должны. Ясно. Где мне слезать? На посадочной площадке, конечно. Потом через служебные тоннели проберешься в Большого Пса. У них там серверные стойки. Фейт, борт отправляет на стройку. Тебе надо слезать. Какого черта? Я не могу тут спрыгнуть. Ты всегда говоришь очевидное. Я имею в виду, прыгни, когда над зданием пролетят. Фейт, прыгай, давай! Нужен переключатель приоритета. Подключите, а дальше я сама. Серверная – настоящий лабиринт. Ну да, ее не для людей проектировали. Строго машинное пространство. Функциональность. Небось красиво там. И еще учти, что когда ты меня подключишь, нас обнаружат. Я могу ненадолго задержать сигнализацию, но полностью избежать обнаружения невозможно. Я бы тебя попросила описать комнату, но ты, наверное, занята. Ты занята? Извини, не обращай внимания. Конечно, занята, раз не говоришь ничего. Кому, кстати, привет передает. Кажется, ты ему нравишься. А ведь он никого не любит. С
его алгоритмом эмоциональной реакции что-то не то, но что именно? Все, я на месте. Подключаюсь к переключателю. И работаю. Пошла. Будь готова быстро уходить. Всегда готова. Так. Доступ есть. Ого. Сейчас посмотрю. Заключенные. Так. Есть. И тут. Нас заметили. Уходи. Стой. Еще кое-что. Скачай все, что найдешь про Изабель Крюгер. Еще. И вот оно. Все. Теперь уходи, я начну расшифровку. Не удалось отсрочить тревогу, но через несколько минут сработает. Быстрее всего уходить на шаттле для сотрудников. У нас главного лобби идет. Я в лобби. Нет! Поезд уходит. Придется тебе ждать следующий. Все, они подняты по тревоге. Надеюсь, выберешься. Завтра! У нас подключение периметра! Фейк, сейчас должен прибыть следующий поезд. Садись сюда, я его выведу. Вряд ли она долго протянет. Я прикрою. Фейк, там дальше технический проход. И я замедлю поезд, чтоб ты слезла. Есть что-нибудь про Ноя? Есть. Он в месте под названием Царство. Но где это, непонятно. Попробую выяснить. Хорошо, а я проверю насчет Крюгера. Спасибо, Пластик. До связи. Вон с глаз моих, пока на рогу тебя не пустил. Фейт, я не в настроении. Ты принесла чертеж? Нет. И мне нужна услуга. И новый дом, насколько я знаю. А тебе не кажется немного странной моя затянувшаяся бескорыстность? Пожалуйста. Мне нужно найти какое-то царство. Ноя держит там. Царство. Грязный маленький секрет конгломерата. Ты знаешь, где это? Буду для тебя бегать. 5 лет. Без вопросов. 10 лет. 20. Ты столько не проживешь. Район зонирования. Спустишься вниз. Там и найдешь царство. Спасибо. Фейт? Фейт, ты тут? Пластик. Наконец-то! Ты представь, Изабель Крюгер не родная дочь Габриэля Крюгера. Он ее удочерил. Настоящее имя Кейтлин Коннорс. Ты ведь тоже Коннорс? Что если... Да. Мне надо с ней поговорить. Я думала, твоя сестра... Прости. Так Изабель Крюгер твоя сестра, Фейт. Однако, я тебе отправил примерные координаты царства. Ты кто? Ты кто? Я Пластик, друг Фейт. Не думал, что у Фейт есть друзья. Ну вот, есть. Фейт, я сравню это место с планами города. Может, что-то узнаешь, как поговоришь с Изабель. То есть, Кейтлин. У тебя есть доступ к полным планам города? Надо обдумать сотрудничество. Твой долг растет, Фейт. Не забудь, что его надо выплатить. Отключаюсь. Нет ее. Увели в канал пару минут назад. А ты где была? Она что-то... должна жить! Стой! Не надо! Уйди, Фейт.
Я оставлю послание для Крюгера. Тогда и меня застрели! А вот теперь очень-очень тщательно выбирай слова. Она не дочь Крюгера. Ее зовут Кейтлин Коннорс, она моя сестра. И ты это знаешь. Я только знаю, что этот воздух меня уже убивает. Так что можете стрелять, разницы нет! Прошу, Ребекка! Ноя держит в каком-то царстве, я должна его спасти. Может, есть какое-нибудь место, куда ты можешь отвезти ее? Мы все что-то потеряли в этой борьбе, Фейт. Я дам тебе, что ты хочешь. Знаешь, о чем я? Даю время до утра. Не разочаруй меня. Фейт, я нашла тебе внизу проход. Отправила точку. Кума говорит, чтоб ты себя берегла. Похоже, там жуткое место. Фейт, если ты идешь за Ноем, я с тобой. Буду ждать у защитной двери. Когда спустишься глубже в тоннель, связь ухудшится. Покрытие пульса там очень слабое. Большая глубина. Интересно, кого еще конгломерат держит там, кроме Ноя? За последние годы пропало много людей. Я готов. Пошли. Икар, понимаю, ты волнуешься за Ноя, но мне лучше бежать одной. Сам знаешь. И мне нужно, чтобы кто-то присмотрел за моей сестрой. Можешь? Пожалуйста. Изабель Крюгер твоя сестра, что ли? Да. Да, сестра. Икар, пожалуйста, я не доверяю Ребекке. Верни его. Верну. Хорошо. Спасибо. Скоро увидимся. Ластик, у меня на пути большая защитная дверь. А, сейчас. Есть. Ого, ты прямо виртуальный мозг, Пластик. Они там потребляют много энергии, не говоря уже о данных. Частота как в новых охранных хабах. Видимо, это как-то связано. Я все смотрю на схему отражения. Там некоторые основные алгоритмы старше меня. Красивые. Это очень глубоко, Пластик. А я о чем? Ясно же, что конгломерат хочет все это скрыть от чужих глаз. Я на месте. Масштабно. Отлично. Фейн, я разобралась, для чего мы отверстие. Это зеркала для отражения. Оно как новые лица и те, кому сделали инъекцию. Чем больше я слышу про отражение, тем меньше оно мне нравится. И мне. Я спроектировала наводчик помех. Сигнал отражения у меня работать не будет. Вот так просто? Конечно. Пришлось только рассчитать частоты генератора. Пластик? Ребекка переходит из Абель в убежище над землей. Внизу твоя сестра дышать не может. Что-то у нее с легкими. Я их успею, но не знаю. Икар? Икар, ты тут? Пластик? Значит, я одна. Проблемы с черными имел. И Крюгер свою дочку.
Это же она! Эй, ты! Сдавайся! Центр. Да чтоб меня! Я тебя уже видела. Меня зовут Алин Майера. Я возглавляла проект «Отражение». Но я задавала слишком много вопросов, и когда ты украла чертеж, Крюгер свалил все на меня. Не понимаю. «Отражение» — просто новый способ подключаться к сети. Чего в нем такого? После инъекции конгломерат не просто отслеживать все, что ты делаешь, но и влиять на твои эмоции. Это фактически конец свободы мысли. Крюгер на это потратил почти 20 лет. Начал еще, когда получил нейроалгоритм твоей матери. Фейд, ты должна меня отсюда выпустить. Здесь рядом аварийный замок. Погоди, что там было про маму? Эрику? Мы с ней раньше были коллегами. Именно ее работа легла в основу отражения. А почему ты здесь? Ищу бегущего. Его зовут Ной. А его увели час назад? На допрос, наверное. Слушай. Мы тут обдумываем план побега. Ты не сможешь нам помочь? Конечно. Аварийный замок, да? Где? У нас мало времени. Ищи терминал аварийного замка. Выберусь отсюда. Помогу тебе. Да.
Сейчас получишь под... Я понимаю твою реакцию, Крюгер. Ты серьезно. Фейт. Фейт, она особенная. За это я ее и люблю. Говори, где чертеж. Ты, Крюгер, шел бы ты в жопу. Он не реагирует на раздражители. Да, на базовом уровне он знает, что эмоции ложные. Будь он постоянным сотрудником. Значит, он нам бесполезен. Активируйте протокол уничтожения. Разрушаем здание. Сэр, живо! Крюгер его убил. И он сделает это с любым, кому введено отражение. И с нами тоже, если его не остановить. Мы уходим на базу Черного Ноября. Идем с нами. Пошли! Иди! Нет, иди с нами! Я их задержу! Я возвращаюсь. А, ты цела? Отлично. Как там Ной? Он не выжил. Ого. К тоннелям на царство мы тут несколько отрядов Крюгерсек. Просто, чтобы ты знала. Да, центр, это точно она.
центр. Видим Фейт Коттерс. Центр у нас... Центр! Это гиф! Так точно. Я знаю. Твари. А это откуда? Мы вели твою сестру наверх, и тут жесть началась. Я облажался, охранник схватил меня, сделал какой-то укол, потом просто отпустил. Твоя новая подруга говорит, что это отражение. Похоже на то. Пойдем. Оно еще не полностью активно. Нам пока ничего не грозит. Ты о чем вообще думала, когда привела сюда этих чертовых маячков? Что помешает Крюгеру устроить облаву? Я же вам говорю, сигнал так глубоко не пройдет. Ну, сестренку отыскал, как только мы наверх вышли. Крюгерсек почти сразу напали. И я людей потеряла. Не ты одна. А ты ведь мне и не собиралась чертежи отдавать. Ничего, с семьями я могу разобраться и по-другому. Запомни мои слова. Высокие башни их не защитят. Фейт. Пока отражение не уничтожено, мы здесь взаперти. Я смогу помочь, но мне нужен чертеж. Идите к Пластик. Чертеж у нее, и там безопасно. Икар покажет тебе дорогу. Пойдешь тоннелями. А как же ты? Нам надо идти. Пошли, доктор. Эй, девочка, полегче. Ты меня не узнаешь? Зачем? Пожалуйста. Фейт. Вставай. Я вытащу тебя отсюда. Фейт, пора тебе меня навестить, как думаешь? Надо многое обсудить. И прими соболезнования по поводу Ноя. Он был достойным человеком. Какие люди? Ноги мне переломаешь? Давай, чего уж тянуть? Сперва закончи дело, а потом сломаем ноги, если хочешь. Нечего заканчивать! Ной погиб! Моя мама работала над отражением, сестра работает на Крюгера. Я как белая ворона. И сотрудники принимают отражение с распростертыми объятиями. Рождается новый мир, Фейт. И там не будет места мне и тебе, если не остановить отражение. Отражение нельзя остановить! А я вот слышал, что можно. Я тут беседовал с твоей подругой Пластик, интересная девочка. И она сказала, что для этого нужен отпечаток Крюгера. Его не раздобыть. Не все так плохо. Я знаю, что у Крюгера есть личная квартира на Виде. Там ты сможешь проникнуть прямо в сеть их семьи. Вломиться в личную квартиру Крюгера? Мимо охраны мне не пройти. Как жаль, что я в тебе ошибся. Можешь идти. Стой, что? И это все? Ну а что же еще? Я знал когда-то девушку,
которая ради благого дела шла против всех, даже против меня. Но ты явно не она. Ты сломлена. Бери рисунок и иди. И больше не смей здесь показываться. С каких пор тебя волнуют благие дела? Иногда они совпадают с моими планами. Почему ты еще здесь? Потому что ты не прав. Я не сломлена. Докажи. Докажу. Пластик. Фейт нужно провести в квартиру Габриэля Крюгера в виде. Конечно, Фейт. Я отправила координаты тебе на пульс. Оттуда можно зайти в его личную сеть. Так ты и получишь его отпечаток. Фейт, используй пустое устройство, и когда подключишься, я зайду через твою перчатку. Указывает на необходимость подписаться на инъекцию. Присоединяйтесь к тем, кто уже сделал. Вы будете управлять здоровьем и безопасностью на новом уровне. В квартиру Крюгера попасть еще труднее, чем в Псов. Там только вертолетная площадка сверху и главный вход снизу. И борт угнать, как в прошлый раз, не получится. Они изменили протокол связи, и теперь... Пусть бежит. А, хорошо. Не буду мешать. Помни о нашей сделке, Фейт. В главном лифте? Я других вариантов не вижу. Так, похоже, путь свободен. Пока что. Отлично. Надоело мне прятаться. Да и Крюгер все равно еще не знает, зачем я тут. По крайней мере, пока. Пластик думает, что сможет подключиться к системе и загрузить отпечаток без его ведома. Я точно знаю. Он и не узнает, что мы его взяли. Но Фэй должна меня подключить. Круто. Фейт, тебе надо подключиться к личному терминалу Крюгера. Насколько мы поняли схему, в квартире есть рабочий кабинет. Попробуй там. Нашла кабинет. Установи устройство, я скопирую отпечаток. Устройство поставлено. Подключаю. Готово. Теперь уходи. Фейт Коннорс. Где я, там всегда и ты. Как же я не узнал тебя при первой встрече. Ой, сестра очень похожа. Она меня больше не узнает. Ты промыл ей мозги. Я воспитал ее со всем старанием. Дал превосходное образование и обучил лидерству. Любой отец сделал бы это для дочери. Но она не дочь тебе, Крюгер. Мало было убить наших родителей, ты еще и Кэт забрал, как какой-то трофей. Я спас ей жизнь. Ты бросил ее умирать, помнишь? Ну а родители... Очень жаль, но это жертвы. Время было такое. Я там была. Мама пошла против тебя, и ты ее убил. Твоя мать была блестящим ученым, который не хотел идти в ногу со временем. Нам, конечно, повезло, что после нее остались ее труды, да? Труды, которыми ты теперь всех порабощаешь. Ты мало что понимаешь и ничего не знаешь, Фейт. Твой близорукий эгоистичный взгляд на мир не замечает, что стоит на кону. Это все ты. Ты и тебе подобные, понимаете, только язык разрушений. Оставайся там! Фейт, от взрыва охранная система глючит. Я открыла дверь на террасу. Уходи оттуда, пока вертушек нет. Там есть дроны. Может, на таком можно спуститься?
Ты вышла? Надо оттуда спускаться и быстро. Что-то так себе идея. Держи. Наконец-то. Рада слышать. Неси отпечаток сюда. Мы внедрим в него вирус отражения, и можно будет приступать. Может, тогда Икара лучше уйти? Куми считает, что здесь много народу. Я думаю, Икар будет счастлив отсюда уйти. Привет. Больно. Извини. В редких случаях созревание может вызывать легкий дискомфорт. Ах, как будто позвоночник изнутри чешется. Не так уж это и больно. Нет. Отпечаток у меня. Давай сюда. Фейт, надо совместить отпечаток Крюгера с протоколом отключения частиц, пока не рухнул осколок. А почему пока не рухнул осколок? Потому что Фейт, надо подняться туда, чтобы вставить вирус. О. Ты как, держишься? Жжется. Ложное утверждение. Воспоминания не обнаружены. Серьезно? Ух ты! Отпечаток дает доступ реально везде. Что хотите? Список агентов Омнистат, экзотическое оружие Крюгер Дев, проект Айрис. Сперва отражение. Соберись. Окей. Кума. Это недолго. Мы свяжемся с тобой, когда вирус будет готов. Фейт, это быстро. Отмеченной консоли. И я тоже подключусь. Фейт, как только я начну захватывать хабы, тебе нужно быстро добираться от одного до другого. Я на месте. Включаю тебя. Начинаем. И теперь к следующему. Быстрей! Уже иду. Никто никогда не признает всю сложность моей работы. Хоть что-то, что тебе не по силам. Разумеется, много всего. И потом мне придется временно залечь на дно. Все, что я делаю, оставляет следы, и рано или поздно сетевой контроль зацепится. Даже если они дураки. Центр, я борт 4.0. Мы готовы поддержать наземное... Я так и знала! Засаду на тебя устроили! Уходи оттуда, Фейт! В главном зале управления осколка стоит консоль. Загрузи туда вирус, он навсегда повредит несущий сигнал и обездвижит частицы отражения. Тебе просто надо наверх попасть, а остальное пройдет автоматом. Более-менее. Просто, да? Да. Это будет величайший бег.
если выживу. Ладно, не будем тянуть. Последний совет. Не умирай. Дело говорит. Это наш единственный шанс победить отражение. Ну, иди, девочка. Спасай нас. Согласно последним подсчетам, уже полмиллиона сотрудников заказали себе отражение. Первопроходцев теперь десятки тысяч. Абсолютный успех. Оно портит сеть. Оно много чего испортит, если его не остановить. Не в последнюю очередь самих носителей. Когда Крюгер начнет экспериментировать с эмоциональными параметрами в массовом масштабе, пиши пропало. Даже как-то жаль, что мы этого не увидим. Нет, не жаль, Пластик. Город Зеркал — это просто полигон. Если отражение заработает тут успешно, конгломерат сделает его обязательным для всех сотрудников Каскадии. Оно лишит нас последних остатков личной свободы. Мы тебя видим, Фейт. Пластик хочет сказать, что получила доступ к нескольким новостным дронам. Мы тебя до самого верха доведем, а потом они мне помогут сломать службу здания, лифты и прочее. Кажется, эвакуируются. Только некоторые. Похоже, они думают, что ущерб можно устранить. Фейт, продолжай бежать, но берегись поврежденных мест. Там стекло ослаблено и может тебя не выдержать. Начали. Теперь они знают, что я здесь. У них после взрывов уже боевая готовность. Будут стрелять на поражение. А чего ждать на вершине? В зале управления должна быть какая-то охранная система. Найти ее параметры мы не смогли, так что готовься к худшему. Эх, жаль, меня там нет. Дай, думаю, зайду. Рад, что ты справляешься. Скорее бы избавиться от отражения. Там другой принцип, ИК. Вирус исказит несущий сигнал. Он отключит на миг, но частицы все равно останутся в тебе. А тут прохладно. Это из-за разницы в плотности воздуха. Я сейчас посмотрела. Содержание кислорода тоже будет снижаться, но до 6000 метров это не проблема. Ты так высоко не поднимешься. Что, если они отключат несущий сигнал отражения до того, как я туда дойду? Насколько мы поняли, они не видят большой угрозы зданию. Эвакуировалась лишь малая часть, большинство остается. Они тупые. Или мы ошибаемся, Пластик? Не может быть, я рассчитала все дважды. Пластик, ты когда-нибудь ошибалась? Нет. Чтобы забраться выше, понадобится трос. Проверь, нет ли рядом точки зацепления. Большой вентилятор. На его ловности можно заехать наверх, Фейт. Прицепись к ней тросом, а сверху потом отцепись. Сохраняй память.
дошла до вершины. Можешь пройти через вентилятор, Фейт. Я его отключу. Есть. Быстрей. Фаерволл у них позорище. Такие моя сестра могла бы взломать. Она еще тупее, чем Кума. Черт! Что? Потеряла дрон. Наверное, обломками сбила. Эта сестра нестабильна, Фейт. Связь там уже слабая, Фейт. Может, не выйти. Иди дальше. Я дошла до какого-то атриума. Отлично. Там на другой стороне есть лифт, можно его занять. Впервые вижу столько деревьев. Тут красиво. Большинство сотрудников этого не знает, но пресная вода в каскаде быстро становится редким ресурсом. Обидно. Это бы да по всему городу. Здесь вентилятор сверху. Сверху новый руководитель. Эти экранированы. Сильно повреждено. Да, девочка, здесь.
парка не слушают? Не знаю. Обсудим все быстро. Имен и мест не называй. Нашла вход? Нашла. Они не знают, кто я. И вообще ничего не подозревают. Хорошо. Все так и остается. Нам нужен свой человек внутри. Связь через неделю в тот же канал. Ясно. Сделаю. Просит тебя поберечься. Ой, там в стене огромная дыра. Взрывом оторвало лопасть. Возможно, чтобы идти дальше, потребуется трос. Ты уже близко, Фей. Пластик пытается открыть тебе двери лифта, но ты пока попробуй найти другой маршрут. Не пытайся, открывай. О, пластик, двери надо открыть. Скоро. Сейчас. Я стараюсь. Здесь везде кейсек. Говорю же, стараюсь. Двери открыты. Все, открыты. Надеюсь, добралась. Добралась. Да! Кома за тебя болеет. Отражение, я отдам тебе рисунок.
ей все расскажет. Признаков общей эвакуации по-прежнему нет. А что, Крюгер? Мы даже не знаем, сам ли он. Может, он уже эвакуировался на всякий случай. Я дошла до вершины. Вид отсюда очень даже. Все, я сдаюсь. Ты бегаешь лучше, Фейт. Группа ИК. Фейт, нужная консоль должна быть в командном центре под тобой. Дошла. Тут консоль. Она. Подключай привод амнистат. Остальное сделает вирус. А тебе, наверное, стоит приготовиться к визиту охранников. Я так и думал. Ну и чего ты добиваешься? Я даю людям право решать все за себя. О, Фейт, тебе не приходило в голову, что люди ждут отражения? Твою красивую ложь они ждут, не уродливую правду. Разумеется. Правда всегда уродлива, уж ты-то знаешь. Ведь тут отчасти работа твоей матери. Она этого не хотела. Ты извратил все, что было ей дорого. Да что ты можешь знать? Ты была ребенком. Ты сейчас ребенок. Бегаешь и ломаешь все вокруг. Я обещал твоей сестре взять тебя живой. Сдавайся, и ты уцелеешь. Ни за что. Обнаружен нарушитель. Сюда не... Подтверждаю Соплячка. Надо было тебя убить, как твоих родителей, паразитов. Ты проиграл, Крюгер. Здесь твоя власть кончается. Отражение не для власти. Оно для выживания. Твоего и других семей. Вам всем уже пора умереть. Уничтожая отражение, ты и сестру обрекаешь на смерть. Я ее освобождаю. Вряд ли. У Изабель хроническая болезнь легких. Благодаря отражению мы сдерживали болезнь, а без него... Ты врешь. Да? Разве вру? Один раз ты ее почти убила. Хочешь закончить начатое? Назад! Все, кто рядом с тобой, умирают, Фейт. Никогда не приходило в голову, что это ты во всем виновата. Заткнись! Ты убил мою семью! Ты убил моих друзей! И ты убил Ноя. Чего ты ждешь? Отключай! Кэт! Молчи!
Вот так все и закончилось. Хотела бы я сказать, что все изменилось. Что сотрудники восстали против отражения и свергли конгломерат. Но массового восстания не было. Как и бунтов на улицах. Крюгерсек остался у власти. Жизнь осталась прежней. Ну или почти. Кое-что все же изменилось. Мы что-то начали. И намерены это закончить. Мне пора.
Твоя сестра теперь главная в Крюгерсек. Интересно. Пластик сильно улучшила Куму. Я пойду. Извинилась перед всеми сотрудниками Каскади за сорванный запуск отражений и пообещала тщательно расследовать случившееся. Джоанна Крюгер, генеральный директор холдинга Крюгер, сегодня объявила. Избавился от этого дерьма. Я у тебя в вечном долгу, Фейт. Ну, что собираешься делать? Буду бегать.